Всех приветствую на прохождении игры Beside Myself, вне себя. Посмотрим, что... Ну что же, оказались в каком-то офисе. Никакой предыстории, ничего не было показано. Просто поставили перед фактом. Так, ну и что у нас тут? Так, записка. Майкл, я уехала по делам. Буду завтра. Проверь свою электронную почту. Насколько я понимаю, там что-то очень интересное и срочное. Ключи от машины. Так, камера. Камера нужна для того, чтобы делать записи и представить доказательства при выпуске репортажа. Прочитать. Слишком как-то мелко. Так, что это такое? Зажигалка. А, вот тот самый email. Майкл, привет. Ты меня все равно не узнаешь, поэтому не буду вдаваться в подробности и объяснять, кто я. Хочу рассказать тебе о месте, в котором когда-то давно, в послевоенное время, проводили испытания новых препаратов. Вся информация об этом месте до сих пор засекречена. Но есть подозрение, что там происходило что-то ужасное. Тебе нужно отправиться туда по координатам. Разберись, что там происходило. Это отличный материал для того, чтобы сделать сенсационный репортаж. Удачи! Нужно быстро собрать вещи, которые могут пригодиться, и ехать. Что нам может пригодиться? Фотокамера, да? Камероид. Это тип фотоаппарата, в котором используется саморазвивающаяся пленка для создания химически правильного отпечатка вскоре после съемки. Так. Камера нужна для того, чтобы делать записи. Отлично, теперь нужно найти ключ от двери и поскорее выбраться. Из ниоткуда появился ключик. Так, вроде бы больше ничего полезного здесь нету. Уходим. Так, а где же мы оказались? Так, рюкзак слишком тяжелый. Возьму только самое необходимое. Нажмите F, чтобы включить зажигалку. Так, алё, кнопку мыши, чтобы сразу снять предмет. Так. Ну, нас знакомит, в общем, с управлением. Все стандартно. Так, пока я заюзать не могу. Зажигалочку-то. Похоже, нет. Блин, здесь же темно.
какой-то очень странный звук. Значит, не сюда. Так. Что это такое? Ручка вызова лифта позволяет привести лифт в движение. Отлично. Здесь мы можем переключаться между инвентарем. Так, а где лифт-то? Так, рюкзак, фотография. Используйте фотографии. А, используйте для фотографии мест, отмеченных кровавым крестом. Если фотографии понадобятся вам для репортажа. Так, наверное, возьму. Что тут еще есть? Потому что там темень. Я думаю, как раз-таки фотик понадобится. Блин, где-то я такой. В какой же игре уже эти фишки были с фотоаппаратом? Совсем недавно проходил. Уже подзабыл, где я. Также ходил, фоткал. Что-то какая-то, по-моему, наша российская игра. Там у них три игры. Последнюю помню по названию Summer 58. А вот как раз где фоткать, что-то я забыл. Типа Find Me, что ли. Там дверь, что ли? Какое-то изображение непонятное. Или мне кажется? Где чертов лифт? Так, ну здесь вблизи, в принципе, видно. Понятно, как это заюзать. Неужели опять из угла в угол ходить? Да, похоже, концепция игры такая же, как, ну, пяти. Игр с подобной концепцией уже огромное множество. Ничего пока на этих фотографиях интересного нету. А пленка закончилась. Отлично. Очень странно.
Пойду покопаюсь в рюкзаке. С ним я не могу взаимодействовать. Это очень странно. Почему зажигалки нету? Может, я где-то ее упустил? Я вроде бы ее взял с собой. По-любому я брал зажигалку. Почему же ее у меня нету? Нажимаю F. Ничего не появляется. Здесь только блокнот. Ручка. Так, что я сделал? Рычаг на месте. Ой. Темно, как сами знаете где. Я так подозреваю. Здесь в любом случае... Соберите все предметы возле рюкзака. Блин, а как тут пройти-то? Я не вижу. Давай. Чё здесь нужно? Чё ты встрял? Перепрыгнуть? Ага. А чё взять у рюкзака-то? Все предметы у рюкзака. Так, камера. Так, это что? Еще одна камера. Зажигалка. Вот только сейчас зажигалка появилась. Ну, отлично. Так. Здесь, видимо, выбил к чертовой матери пробки. Ничего нету. Так, заюзать камеру, да? Интересно, как это? Но здесь, я думаю, все так же тупик. Так, что у нас там? Предохранитель. Позволяет запустить электричество. Уже неплохо. Но хватит ли одного? Да что тут происходит, мать вашу? Так, еще один предохранитель. Здесь нужно подробненько все изучить, чтобы ничего не упустить. А, каждая деталь здесь может быть очень важна. Так, здесь вроде бы нет. Сколько всего нужно этих предохранителей? У меня пока два. Но похоже, их там нужно больше. Так, еще нужно один предохранитель. И где он?
Так, что это? Камера, что ли? Нет, какая-то шняга ненужная. Ну давай. Ага. Так, а это что? Я это могу взять? Какой-то провод. Похоже, он пока не нужен. Так, третий предохранитель есть. Должно все запуститься. Ага, вот теперь нужен провод. Можно было бы сразу взять, почему нет? Почему мне сразу не дали его взять? Ну, отлично. По идее, лифт должен заработать. Куда нам нужно ехать? Что-то пока ни одна из кнопок не работает. Ну, блин, я сомневаюсь, что туда, конечно. Эти кнопки не кликабельны. Ни одна из них. Ну и что вы мне предлагаете? Хм. Ладно, тупо вниз спрыгну. Посмотрим, что из этого получится. А, тут лестница. Ну да. А, конечно, это все выглядело не очень логично. Ух. Мы оказались в жутком месте. Так. Предохранитель. Интересно, как нас тут будут пугать. Будут ли вылезать какие-нибудь монстры? Сразу напомню, у меня немножко Resident Evil. Как в ремейке второй части. Там тоже подобное место было. И отсюда выскакивали зомбари. Не все можно открыть. Так, ага. Записки. Так, что я взял сейчас? А, препарат, которым проводили лечение. Это что за фотография? Так, я бы не хотел быть тем, кто на этом фото. Кто же там такой-то? Записка. Приказываю всех, кто подвергся насилию со стороны вражеских солдат,
доставить в госпиталь для принудительного психиатрического лечения, провести клинические испытания психотропных препаратов нового поколения на менее чем на 1000 пациентов разного пола, возраста и степени психического расстройства. Прошу провести испытания до конца 98 года. Так, что, кто-то воду включил? Душ? Так, еще... Что это? Топливо для зажигалки здесь кончается, да, значит? Жидкость для зажигалки будет поддерживать зажигалку в рабочем состоянии. Даст вам возможность использовать и осветить ваш путь. Да. А, появление креста означает место, которое таит в себе тайну и которое нужно сфотографировать. Угу. Так, что это? Картридж для фотоаппарата. Здесь явно что-то нужно сфотографировать. Так. Как ее зарядить-то? Ну, типа, я зарядил, наверное, камеру. Да, на 10 снимков. Но пока непонятно, что фотографировать. Я, получается, отсюда вообще не могу идти. Ключ. Что это нахрен было? Так, появилась кнопка. Сюда предохранитель, видимо. Так. Что это нам дает? Открывает выход? Не похоже. Ага. Крест. Место, где нужно сфотографировать. Так, что там на фото? Что-то непонятное совершенно. Оу. Появилась кровь. Так, фото.
Может быть, я могу уже выйти? Не похоже. Так, здесь, по-моему, тоже не было кровавых пятен. Похоже на ловушку, да? Так. Оказались в совсем другом месте. Или вроде бы место то же самое. Ой-ой-ой. Что творится? Место похоже на то же самое, но сильно измененное. Помогите. Так, откуда это? Твою же ж. И что теперь? Так, выход. Я могу зайти? Алло. Топливо для зажигалки. Так, это пленка. Картридж. Так, какие-то колбы. Записка. Тонометр. Таблосы. Картина. Что там? Так. Ручка рубильника позволяет включить электричество там, где есть специальный щиток. Вроде бы больше ничего полезного, кроме вот этой записки. Записка доктора Ричардса. Сегодня привезли женщин и детей. У них наблюдается расстройство психики, галлюцинации, отрыв от реальности.
Меня заставляют пойти на крайние меры, применить новую методику лечения с использованием препаратов, которые еще больше ухудшают их состояние. Это новые препараты, которые не прошли клинических испытаний, и только одному Богу известно, что они переживут после этого. Да. Ничего больше. Так, ну думаю, можно отсюда уходить, потому что у нас ручка есть. Так, что это? Ха, кресло отодвинулось. Опа, тележка покатилась. Какая-то странная фотография появилась. Ой. Жуть. Твою же ж. Такой психодел, мать его. Так, значок, сфотографировать. Ну, похоже, за таком-то надо линять уже. Если, конечно, дадут слинять. Похоже, пока нет. Куда-то исчезла дверь. Так, ну и что вам от меня нужно? Произошло. Картину нужно куда-то присобачить, что ли? Ага. Эту тоже, да? Нет. Это не кликабельная. Так, сюда, значит. Так, эту тоже нужно повесить. Где ее место? Может быть, на этой стене? Ну, давай, приклеивайся. А вообще-то была фотка, что... Да, сюда, значит. Так, а где она? Ага, может быть это? Да. Сюда одну.
Вот эту. Так, что у нас появилась дверь? Успел я или нет? Похоже, нет. Здесь нужно было среагировать очень молниеносно. Так, здесь... Ага. О, вот эта рожа там страшная. Оу. Чё, исчез? На, я тебя сфоткал, козлина. Так, опять этот пацан. А возможно, это наш герой вообще. Я подозреваю, что это наш герой, он в татухах весь. Такой модный пачан. Что тут? Давай, давай, забираем все. Что здесь? Пусто. Записон. Мы знаем, что тебе нужно, Майкл. Мне нужны еще татухи. Да уже пустите меня куда-нибудь. Какую-нибудь дверь зайду я. Так. Отлично. Можно я зайду? Я, конечно, не хочу туда заходить, но надо. Или не надо? Ой-ой-ой. Что за козлина вылетел? Алло, пустите меня куда-нибудь. Сколько я тут буду в этом коридоре тусить? Мне это уже начинает надоедать. Так. Ой-ой-ой, что это? Ты кто? Ты куда убежал? Воду лила. Так. Что у нас здесь? Чё? Кто? Ха, похоже на какую-то загадку. Да, похоже тут с открыванием и закрыванием вот этих штук. Правильно? Получается, вот это первая половина, да? Так, а это... Зачеркнуто это открытое или закрытое?
ну допустим. Допустим, открытые, да? Так, это открытые. Да и открытые. И здесь три открытые. Так, здесь у нас верхние почти все открытые, кроме второй. Так, две и две. И здесь полностью все. Ну и... Что-то не похоже, что дверь открылась. И где именно эта дверь находится? Так, может быть, это тогда... Я не совсем правильно понял. Может быть, это закрытый? Так, все, я закрою. Начнем заново карусель. Значит, открытая. Здесь две. А, две закрытые. И одна открытая. Здесь все закрытые. Так, здесь одна открытая только. Вот это. Две здесь. Так, получается, как там? Ага. Такая. И через две еще... Ой-ой-ой. Что такое? Выскочил. Чем меня пугаете, ребята? Так, и здесь внизу все закрытые. Так, погоди-ка. Открытая, открытая. Получается, вот так. Это открытая. И еще через две открытая. Так, что у нас тут? По идее, сейчас все должно быть правильно. Так, а что, они открылись-то все снизу? Или я их не закрывал? И все должно быть закрыто. Да. Похоже, все сработало. Так, лестница вся в крови. И куда же она ведет?
Чертов ад. Так. Вот сюда. Так, ну что же, игра тут сохранилась. На этом я, наверное, эту часть закончу. Увидимся в следующей части. Я эту игру, думаю, пройду. Вполне себе она неплохая. Ну что ж, до новых встреч. Всем пока.